Здравствуйте! Представляем вашему вниманию ванну Николь из коллекции оригинальных ванн Тритон. Длина этой акриловой гидромассажной ванны невелика, всего 1,60 м. Это значит, что даже в небольшой ванной комнате можно больше не довольствоваться стандартной ванной, а установить современную модель, которая превратит обычное купание в истинное удовольствие. Подойдет ли ванна Николь именно вам? Купель расположена по диагонали, что увеличивает ее в длину. Внутренняя поверхность ванны расширена в области плеч, а с другого края сужена. В ногах есть место для раковины или стиральной машины. Такая ванна выпускается как в правостороннем, так и в левостороннем исполнении. Принимать душ в этой ванне гораздо удобнее, чем в обычной прямоугольной ванне. Она выполнена из современных материалов высочайшего качества. В отличие от эмали, акрил всегда теплый и гладкий на ощупь. Дно с рифленой массажной поверхностью препятствует скольжению даже в мыльной воде. Ванна абсолютно устойчива. Ее каркас выдерживает тройную нагрузку и надежно фиксирует не только дно, но и бортики. Ванна полностью собрана, доставляется с ножками и сливом переливом. Достаточно просто подключить ее к коммуникациям. Стильный лицевой экран на магнитах легко снимается, и вы сможете убрать за него ненужные вещи и скрыть коммуникации. Ширина ванны Николь в изголовье 1 метр. За счет диагонального расположения купель, однако же, подойдет даже для высоких людей. Всегда под рукой широкая полочка для ванных принадлежностей. Также ее можно использовать как сиденье. Удобный подголовник делает отдых максимально комфортным и продуманным. Слева расположена вся система управления гидромассажем. Вы можете легко регулировать опции: включить аэромассаж или спиной массаж, начать сеанс хромотерапии. Хромолампы в ванне Николь самого высокого качества. Их мягкий свет чудесно воздействует на нервную систему и обмен веществ. Принимая ванну Николь, вы забудете о будничных делах, городской суете и восстановите силы и энергетический баланс всего за полчаса. Погружение в ванну Николь – это маленькое путешествие на уединенный остров, созданный специально для вас –